Всем привет! Это, если не ошибаюсь, шестой выпуск обзора iOS-приложений. За время отсутствия выпуска нашел несколько игр. Ну и расскажу вам про одно приложение, которое, опять же, достаточно интересное и полезное. Давайте начнем про футбол. Повторюсь, ссылки на игры будут в примечании к этому видео. Игра мне прежде всего понравилась тем, что это не как полноценный футбол, тут надо много тратить время. А здесь же просто вам надо разыгрывать какие-то голевые моменты. Либо тут штрафные, либо угловые, либо какая-то комбинация. Вот промаза. Ух, косой. Ну, прикольная игрушка. Опять же, она отлично убивает время. Потому что можно быстренько поиграть. Пройти какой-нибудь уровень. Давайте мы все-таки этот пройдем. Да что будешь делать? Траекторию вы рисуете. Ну вот, мы попали. Отличная игрушка. Следующая у нас Moto Blast. Поставил, по-моему, вчера. То есть она должна быть, по идее, еще сегодня бесплатной. Обычные гонки. Есть мультиплеер, поддержка гейм-центра. Давайте компанию. Различные тут уровни. Например, в данной этапе вы собираете различные ящики, и в них находятся мины, и вы раскидываете по всей трассе. Естественно, вам надо приехать первым. Графика симпатичная. Вот как раз вот данные ящики. Так мы мины раскидываем. Соответственно, противники вас тоже раскидывают. Если вы наезжаете на мину, то вот так вот взрываетесь. При этом есть некое разрушение авто. Если там 3-4 раза заедете на мину, либо у вас противник сломает, то, естественно, раунд заканчивается, и вы проигрываете. Также можно и соперника вывести из игры. Ну, вот так вот у нас. Ну, вот, например, с ракетами. Так, у нас тут сейчас мы взяли защиту. А вот кто-то взял ракету. Так, давай бери. Ну, видите, тут все, двери расшатываются, все отваливается. Это у нас ускорение. Как всегда, на мину заехал. В общем, прикольная игрушка, не буду вам долго показывать. Так, это игра Mosk Off. Если вам нравятся такие пирамидки строить, то игра вам должна понравиться.
Я думаю, суть понятна, надо набирать очки. Вот мы создали алмаз. Это когда там три буквы gold. А, это мы продолжаем этот уровень. Ну, прикольно, забавная игрушка, а время убивает. Вот, смотрите, мы прошли все, набрали определенное количество монет и можем перейти на следующий уровень. А также вы можете не проходить его, а просто за деньги заработанные купить. Например, какой-то комбо собрать, выиграть приз. Так, ладно, с этой игрой все. Еще одна прикольная игрушка. Тапсу или тупсу. Не знаю, как правильно. Но суть ее достаточно проста. Вам надо пройти уровень, добраться вот до черной такой звезды. Выиграть, я не знаю, как это назвать. Что это? Ну, какая-то пушистая фигня с глазиком, который крепится. Цепляйся. Суть, я думаю, вам понятно. А следующий у нас снова Jinx. На движке, кстати, Unreal. Если вы не наиграли с детства снежками, то как раз возможность покидать снежки. У вас будет. Все просто, собирать монетки, прятаться. Если вас попадут снежком, давайте я покажу. Вот так вот. Он замерзает. Прикольная игра, приятная графика, опять же, ну, скорее всего, наверное, для ребенка поиграть. Самое оно. Ну, взрослый тоже может популять снежки, в принципе. Так, давайте дальше, то, чтобы долго вам не... так, игра Fairy Fail про мишки. К сожалению, не оптимизирована под iPhone 5, но зато она, по крайней мере, была бесплатной. Много различных уровней. Какой мы тут остановились-то? Давайте вот этот... Запускать надо, как и в Angry Birds. Это у нас летучая мышь. В общем, мишки
Надо спасти Мишу, который вверх поднимается. При этом надо действовать аккуратно и не нарваться на бомбы, либо каких-то Миши, которые взрываются в течение времени. Ну вот эти вот взрывающиеся какие-то фентилюшки. Прикольный экран, может вам понравится, в принципе. Так, и еще у нас осталось приложение, называется Apps Fire, аналог App Shopper, который уже давно нет в App Store. Переведена на русский язык, служит для того, чтобы можно было смотреть на скидки. Вы можете создавать свою ленту. Так, настройки я пока показывать не буду. Фильтры. Отображение приложений, которые будут только бесплатные, бесплатные и платные со скидкой. Скрыть игры для iPad, и тут можно регулировать потоки. То есть, например, первый у нас лучший сейчас бесплатно. Можно менять расположение, естественно. Удалять из различных категорий. Дофигища просто настроек, как вам надо настраивать. Первым мне идет лучший из бесплатных. Все, что у нас было платно, становится бесплатным. Показывается здесь. Нажимаем. Описание, рейтинг, скриншотики. Кстати, ничего надо. Похожие, комментарии. Нажимаем free. И у нас сейчас перекинет в App Store. Так, ввел пароль. И у нас начинается загрузка. Прикольное приложение, опять же, если вы следите за скидками, либо приложениями, которые становятся бесплатными, очень рекомендую. Действительно, можно найти прикольные игрушки, либо просто приложения. Также можно создать свои фильтры, за каким приложением вы будете следить, когда они станут бесплатными. Можно посмотреть историю изменений цен данного приложения. Таким макаром, в принципе, можно и ничего не покупать, а ловить моменты скидок и бесплатно все скачивать. Так, все, пожалуй, все, что хотел, рассказал. Все, всем спасибо за внимание.